Вот соседский участок уже обнесен ленточкой с бантиками. Уже зафиксирован. Вот тот участок тоже зафиксирован. Этот участок земли в Надеждинском районе Клавдии Древс приглянулся еще давно. Летом она приезжала сюда наслаждаться природой и собирать лекарственные растения. Женщина признается, среди дикоросов мечтала развести и свой полезный сад. Претворить мечту в жизнь ей предложил сын и помог составить заявку на получение дальневосточного гектара. Быстро пришли все, отзвонились мне. Каждый специалист мне прислал по электронной почте свое сообщение. И вот уже, получается, 1 февраля. Я стала хозяином, владелицей вот этого участка. Первые дальневосточные гектары жителям Приморья вручили в торжественной обстановке. Некоторые пришли всей семьей. Например, семья Воронецких получила сразу 4 земельных участка, по одному на каждого. На своей земле в Шкотовском районе планируют организовать базу отдыха. Я искал участок с инфраструктурой. Таких участков немного, потому что, в общем-то, Дальний Восток, он очень раскинут по площади нашей страны. Поэтому близкие к населенным пунктам, к электричеству, к воде, к дорогам участков мало. Поэтому, в общем-то, достаточно большой был спрос, конкуренция. Хотелось получить. Поэтому очень, в общем-то, рад, что в итоге это получилось. Роман Машной тоже доволен своим участком. Гектар недалеко от поселка Раздольное пока планирует использовать под выращивание дикоросов. Но, по его словам, планы могут измениться. Как и у большинства других, особых сложностей при получении не возникло. Не с первой попытки, но это не сложности. Это просто небольшие недочеты, которые были на сайте, то есть они решились быстро. Всех владельцев полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил лично и пожелал, чтобы все надежды и планы на бесплатные земельные участки осуществились. Чтобы на вашей земле возникли те овощи, те дома, которые вы планируете построить. В общем, чтобы это было новым этапом в жизни ваших семей. На сегодняшний день сертификаты на бесплатную землю в Приморье уже получили более 2000 человек. Еще 3000 заявок рассматривают специалисты. С 1 февраля владельцем земли в регионе может стать любой гражданин России. Так уже более 300 заявок получено с начала работы третьего этапа выдачи дальневосточного гектара. Участок предоставляется бесплатно и сроком на 5 лет. По истечении этого времени можно будет оформить аренду на землю или перевести ее в собственность. Анна Бережная, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.